Друзья, была эпоха Бога Отца, когда Бог вел свой народ. Была эпоха Бога Сына, когда Иисус пришел на эту землю, отдал свою жизнь и воскрес. Сегодня эпоха Святого Духа. Сегодня эра благодати, друзья. Сегодня время, когда Бог восстанавливает скинию Давидова падшую. Сегодня время, когда Бог хочет творить в Израиле Духом Святым чудеса и знамения. Сегодня Иисус Христос, посылая свой дух, друзья, на эту землю, ожидает от нас, что мы примем его, и что мы ему не просто дадим место какое-то, потому что Дух Святой свидетельствует об Иисусе, он должен быть на первом месте, друзья. Дух Святой, он должен быть на первом месте. Поэтому пригласите его в свою комнату, когда вы с женой. Пригласите его, когда вы общаетесь с детьми. Пригласите его на свою работу. Пригласите его в свое служение. Пригласите его везде, где вы есть. Дух Святой – это божественная личность. И Дух Святой даст вам откровение, премудрость. И Дух Святой, он будет возгревать дары, которые он даровал вам. Послушайте внимательно, друзья. Сегодня Иисус ожидает, что мы остановимся на путях наших, и Дух Святой начнет действовать через нас во имя Иисуса. Мы просто молимся за вас, благословляем вас и говорим благословение во имя Иисуса Христа. Примите это помазание сейчас.